Золотая цепь на дубе том. Ну а дальше вы знаете, конечно же. Премьера состоялась в формате музыкально-анимационно-драматической композиции. Это уникальный вариант спектакля, который придется по нраву как взрослым, так и детям. В такой доступной форме они приобщаются и к классике, и вспоминают о сказке Пушкина, но не так вот нравоучительно, как в школе это бывает, да, с разбором, кто плохой, кто хороший. Здесь это вот видно в такой игровой, сказочной форме. Чтобы еще проще и легче донести до зрителя суть истории о царе Салтане, использовали песочную анимацию. В режиме реального времени художник Артем Нерсес рисовал на сцене песком. Всего им было создано 70 песочных иллюстраций к спектаклю. Детям интересно, детям, в частности, вот песочная анимация, они видят художника на сцене, который как-то вот колдует под такой лампой с песочным столом. Дарья Дятулина, Тимур Гельманов, «Столичные новости».